Летаем фары. Время рубежа 240. Режим взлетный. 100 полсотни контроля. 170. Ускорение нормально. 190. 210. Крен правый. 230. Вот так. Рубеж. Продолжаем взлет. 200 полсотни подъем. 270 РВ, 10 метров. Шасси убрать. Шасси убирается. Шасси убирается. Зато полсотни, 290. Фары выключить, убрать. Шасси у нас створки закрыты. Кран нейтральный. Кран нейтральный. 120-285. Метров 285. МВ-2. 6500, пересекаем МВ-2. Climb to flight level 150 under radar control. Cancel SIT. Maintain runway heading for climb. Climb to level 150 on present cruising to 8.9. Набираем эти 150. 1.5.0 установлены на задачке. На этом курсе. На этом курсе набираем. Springbok 332, speed now 250 or less. Чуть-чуть вправо. Да, 5 градусов. Atlanta 2849, turn left, direct to position Tavla. Left to Tavla, 285. Поехали. Лево на Tavla. На Tavla. Ну, с градусов 150, возьмите по Armada. Закрылки 15. Закрылки 15, убирайте. Хорошо, на курсе. На курсе. В курсе. Вывели. Право 10. 3 минуты на взлетном режиме. Springbok 447 to your speed, not less than 230 to advance. Not less than 230. Springbok 472. Право 10 градусов. Закрылки. Высоту перехода. Сейчас, секунду. Секунду, сейчас уберемся, поставимся. Закрылки убираются. Установил стандарт дел управления. Передал управление. Springbok 4472 is clear to the approach on 0-0. 1-5-0. Стандарт установлен. ХВС, контроль по карте. Стамера 10-3. Стандарт 8600. Справа стандарт 8600. Слева стандарт 8600. Я прорывал. Усиление снято. Пьяниц, штурвал. Как так летать можно? Работать здесь надо. Автопилот подготовлен.